Украинский парламент в этом году будет работать без перерыва на каникулы. За отмену выходных и отпусков проголосовали 288 депутатов. 2 сентября они планируют закрыть текущую сессию парламента и сразу открыть новую. Принятие этого решения предшествовало дискуссиям, но председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил, что, цитирую, «все 450 депутатов должны быть в Украине, чтобы в любой момент собраться на заседание». Конец цитаты.